На войсковом полигоне Министерства обороны Республики Южная Осетия бойцами батальона специального назначения проводятся учебные стрельбы из различных видов стрелкового и артиллерийского оружия. По плану боевой подготовки на дис огневой тренировка. Он тарт там бит иртел. Специал косакут там наг техника сты, а со специал косакут там джах фехстуй новую читар сакус джах бокуттуй джах специалист сты. Фасиват тар стетин курс фасиват. Шорсы стома сахи джах ровдестуй. Упшел синга цен навар там курс. Ма тройгунде базар стам. Окей, но да, министр Адан, я батальон спецназ, кашу вам два кори видакшан, чужие батальоны ученика полигоны зарцема. Кашу вам участвовал канадч на бетер тадар. Тынг ройгон да, зон сахистар тадар, на молодежай дар, кыд молодежав та, тем более зарун кушитай дар. Тынг зардар ухстан махадай дар, нахи молодой президент, как я хунам аудунай. Тынг стремлен цени в сатун хабар та, базунан. Ше бетер, ше миган, ше тактически, ше боевое. Оха молодой тачевай, ме са олши дарай фандум бой дай болзунун, олши дар, имай дарай фандум, имай дарай фандума. Росах га довольный стам на ученитай, довольный стам на молодежай. На бетер тадар тынхурс в дисенч, технически дар, боевое дар. Ша тастуват чаган, са знак там фалама нахмам. Занятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки в целях проверки огневой выучки и совершенствования навыков владения штатным оружием личным составом. Бойцы спецподразделения осуществляют стрельбы из пистолетов различной модификации, автоматов Калашникова и пулеметов, применяют различные спецсредства. Кроме того, в ходе занятий отрабатываются действия по маневрированию и стрельбе с бронетранспортеров. Во время занятий выполняются нормативы по тактической подготовке. В ходе стрельбы военнослужащие четко выполняют задачи, поставленные командирами, и проявляют высокий профессионализм. Тренировки проводятся в дневное и ночное время суток. В ходе занятий бойцы отрабатывают слаживание и взаимодействие групп, повышают мастерство управления оружием.
На начальном этапе подготовки военнослужащие изучили тактико-технические характеристики оружия и правила выполнения стрельб. Занятия прошли в учебных классах и на войсковом стрельбище. В кадетской школе Министерства обороны Республики Южная Осетия состоялся творческий вечер, приуроченный к 160-летию основоположника осетинской литературы Костахи Тагурова. Мероприятие с говорящим названием «Любовь, тобою рождена поэзия Коста» подготовили воспитанники школы под руководством почетного педагога Южной Осетии Ангелины Сомхиевой. Маленький вечер большому, очень важному для нас человеку, это великий осетинский писатель Коста Леванович Хатагуров. Ну, дети чуть-чуть, может быть, нервничают, но если вы дадите им такую возможность, то они перед вами скажут, что они сделали для вас. В рамках мероприятия кадеты читали самые известные произведения Костахи Тагурова, исполняли песни на его стихи. Кадеты озвучили высказывания известных писателей и поэтов, общественных деятелей, о творчестве великого Коста. Участники мероприятия также говорили о том, какое место занимали в жизни и творчестве Коста две Анны – Попова и Цаликова. Творческий вечер оказался интеллектуально насыщенным. Кадеты узнали много интересных фактов из жизни великого поэта. Осетинский поэт, драматург, публицист и живописец. Основоположник литературного осетинского языка Коста Леванович Хатагуров родился 15 октября 1859 года в селе Нар. В 1899 году он выпустил поэтический сборник «Осетинская лира» «Ирон Фандер», в котором, среди прочего, были впервые опубликованы стихи для детей на осетинском языке. Вклад Костахи Тагурова в осетинскую литературу действительно огромен. Именем поэта названы села, улицы многих городов, музеи. Памятники Костахи Тагурову установлены в Осетии, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Пятигорске, Болгарии.